Контроль за качеством и сроками исполнения строительно-монтажных работ на всех этапах вел лично глава области Максим Егоров. Также он привлек к участию в этой работе не только ответственное министерство, но и представители общественности, самих школьников, родителей и педагогов. Члены общественной палаты активно подключились к наблюдению. Группа контроля побывала на 9 объектах. Некоторые школы посетили не единожды. Общественники продолжат свою работу и в следующем году. Будем в большей степени говорить о планах 2024-2025 годов, где уже 20 школ должны быть в капитальном ремонте, свыше 1 700 000 000 рублей, большие средства. И мы надеемся, что нам удастся также привлечь в состав рабочей группы наших членов общественной палаты, которые проживают в муниципалитетах. Программа модернизации школьных систем образования в нашей области реализуется с 2022 года. В прошлом году в ее рамках обновили 10 школ. В этом году на капитальный ремонт 14 школ направили больше 600 миллионов рублей. За 4 года действия программы 25 тысяч школьников региона получат новые возможности для обучения и дополнительного образования.